прямо сегодня вы увидите дуэль против самого богатого трейдера на AVM Treasure Hunter. Вы будете в шоке. Ну а что получить нож бабочку Legacy совершенно бесплатно? Первое, что надо сделать, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотреть данное видео без перемоток. И в-третьих, напиши любой хороший комментарий плюс твой ID. Всем желаю удачи. Как обычно, залетаем на G стендов и крутим барабан бонусов. Также по моему промокоду вы получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Пополняешь просто баланс и получаешь подарки. Первые 3 скина вы получаете бесплатно при пополнении в 300 рублей. Также, ребята, есть очень крутые конкурсы на ножи, на голду и так далее в группе ВК. Все нужные ссылочки есть в описании. Также при пополнении вводи мой промокод и получай 35% пополнения обратно. Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня я буду дуэль против самого богатого и самого успешного трейдера в истории Standoff 2. Вы просто обалдеете, у этого парня ID начинается на 9. Что же это означает? Это означает, что этому аккаунту меньше месяца. И знаете что? У него уже есть AVM Treasure Hunter, брелок, очень почмак и куча дорогих скинов. Вы просто будете в шоке. Это 100% не читер, потому что он состоит в одном из самых популярных кланов трейдеров под названием QAM1. Я просто в шоке, ребята. Это клан трейдеров, мало ли кто не знал. Посмотрите этих ребят. У них у всех очень, прям очень дорогие инвентари. Мне кажется, ребята, я тоже мог бы к ним вступить, но, к сожалению, я не трейдер, но у меня просто дорогой инвентарь. Ну что же, ребятки, прямо сейчас мы на аккаунте этого успешного трейдера. Ребята, посмотрите, ID на 9, я просто в шоке. Это означает то, что он буквально за пару месяцев натрейдил вот этот вот инвентарь. Ну что же, показывай инвентарь. Да? Да, пару месяцев и весь этот инвентарь. AVM Treasure Hunter. Чаром очень почмак. Ребята, это не фотошоп, это самый настоящий AVM Treasure Hunter. Его даже можно выставить на рынок. А ну-ка, пожалуйста, прямо сейчас выставь его за 400 тысяч голды. Ребята, я просто в шоке. Еще и 4 голдскула. Опупеть. Не, ну так-то, ребята, солидный трейдер. Ну что же. Ну а прямо сейчас вы, ребята, видите историю покупок. Чтобы понимали уровень успешности этого трейдера. Он купил паука за 4 голды. А M9 Bayonet за 340 голды. Обалдеть. Расскажите, что и как. Ну а если вы наберете 10к лайков, тогда я возьму у него интервью, и он расскажет, как можно ловить скины за лоу цену. Так что обязательно ставь лайк и подписывайся на мой канал. И прямо сейчас мы с ним сыграем дуэль на AVM Treasure Hunter. Ну что же, поехали. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы в игре. Я хочу посмотреть на AVM Treasure Hunter. Давай прямо сюда, прямо сейчас, как можно быстрее, потому что мы с тобой играем дуэль на тот самый скин. Так, 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 так. А где же наш трейдер? Так, я жду. А, стой, не убивай. Я мир. Ух, ля. Ух. Так, смотрите, у меня 3 голдскула. Ля, все то же самое, только 4 голдскула. Вот они, богатые трейдеры. Эх, ребята, ребята, вот они, успешные люди. Ничего себе, еще и пистолет, вау. Вот, честно говоря, я всегда хотел себе такой скин. Блин, ребят, ну скин просто балдежный. Ну, AVM Treasure Hunter и 4 голдскула, это мощно. Ну что же, ребятки, полетели. Первый раунд, и я уже слышу хаешки. Рэмбо и Тёмка, надеюсь, трейдеры, ты знаешь правила, да? А-а-а! Нифига себе! Вот это да! Я чуть не помер. Так, ребят, джидл зарели. Как все в школе беру и делаю скрин. О, галя. А потом прихожу в школу и говорю: пацаны, посмотрите, что у меня за скин есть. Кто так делал? Плюс в комментарии. Так, ну что, ребята, во втором раунде, ну надо взять уже что-то более серьезное. Ну как-то не камельфо. Так, ну что, это моя любимая пушечка, на ней всего лишь 2 кило. Блин, ребята, почему так мало? Я даже никогда раньше не замечал. Почему всего лишь 2 кило, елки-палки. Так, поехали дальше. Кого я вижу? Ничего себе. Не, ребят, я скажу так, это уровень. Явно это уровень, потому что он играет, ну, прям очень даже неплохо. Ну, если не ошибаюсь, он играет с айпада. Так. О, блин! Больно! Я, честно говоря, думал, будет попроще! Нормально, нормально, нормально. Но я, ребят, скажу так, то, что я взял первые 2 раунда, мне просто повезло. Сейчас 3 раунд, у него появились бабки, и сейчас будет просто полная задница, потому что, возможно, он себе купит нормальную пушку и просто отымеет Кента ПК. Так, ребят, все, давайте без всяких там шуточек, поехали. Собрались, играем чисто на всю силу. Я беру мою любимую пушечку, вы сами понимаете. Я эту пушечку называю еще машина для убийств, потому что, ребята, я с нее, вы знаете, я с нее просто машина. Так, опа! А-а-а! Блин, я случайно прицел убрал. Трындец, я проиграл.
Блин, 2 хп! Мне просто повезло. Не, ребят, ну тут по факту мне просто повезло. И самый прикол в том, что у этого трейдера вообще нету скинов, потому что он не играет, он чисто трейдит. То есть я говорю еще раз, это 100% реально топовый трейдер. Это не школьник какой-то с скинченджером, это реальный трейдер, у него реальный скин. Я вам показывал пруфы ранее. И еще, ребятки, одна небольшая просьба. Он попросил передать вам, пожалуйста, не просите у него голду, потому что он голду не раздает! Опять не повезло, я просто представляю, как же у него горит. Блин, братуха, ну реально без обид, ну мне везет. Не знаю, сегодня удачи на моей стороне. Но я скажу так, трейдер тоже играет неплохо. И кого мы видим? Никого. Кинту жопа. Ну, ох уж эти трейдеры, да, через стенку меня убивают. Нормально, ребят, нормально, нормально. Слушайте, а может быть я сейчас возьму ту самую пушку? А может быть, я возьму ту самую пушку. Ребят, короче, у меня тоже самый AWM Treasure Hunter, что и у него, только на одну наклейку меньше. Но, если вы наберете 15 лайков, то я так уж и быть куплю себе тоже еще одну четвертую наклейку. Как он выжил? Опупеть. Вот так вот играй с AWM TH. Не, все, ребят, беру нормальное, серьезное оружие. И как настоящий мужчина иду в бой. Эх, ребята, но зато у меня есть керамбит голд. Это хотя бы радует. Так, погнали. И кого мы видим тут? Никого, я вообще никого не вижу. А тут кого? Никого. Блин, ребятки, ну кажись, я знаю, где он. Кажись, я знаю. Так, флешечка залетела. Ох ты, блин. Так, братик, лови подарочек. Идем в атаку. А-а-а! Попал, попал, попал! Хорошо. А-а-а! Ух, ля, вот это я обосрался. Нормально, бывает, 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 ребят. А-а-а! Куда ты на мид-то убежал? Ну ладно, ладно, ребят, можно. Вот это да. Не, вот это реально было опасно. А я и хочу АКР, хочу АКР, хочу АКР. Так, опа. Никого нема. Опа, 6-2. Ну, ребята, говорится, все-таки не зря я играю на стримах дуэли и играю в ММ. Все-таки есть порох в пороховницах. 6-2, неплохо. Так, ребят, ну а сейчас будет тяжелая артиллерия. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Сейчас будет максимально тяжелая артиллерия. Надеюсь, она меня не подведет. Поехали, 6-2. Так, ну че? А-а-а! Ох, это было больно. Пукан подгорел. Все, мини-жопа. Ну, ребят, тут, как говорится, увы, ах, я обратно наступил на те же самые грабли. Не играй с АВМ, если ты не умеешь с него играть. За что? Слушайте, а как такое вышло? У него, значит, был АВМ Treasure Hunter, а потом откуда-то он купил М-ку для спецназа. Как такое вышло, трейдер? А ну, рассказывай. Я читер. Не, ребят, он точно не читер, все нормально, не переживайте. Просто он, скорее всего, у него было два оружия, он их поменял. Так, ну что же, продолжаем дальше. Счет 6-5. Пусть победит сильнейший. Ух ты, блин, 6-6! Так, ребята, а вот это уже не на шутку. Значит, я два раунда с ним порофлил, а он взял себя в руки и начал нормально играть. Так, ребят, я понимаю, 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 но кажись... Я этого не понимаю. Как это 6-6? Не, ребята, я, конечно, не камильфо. Поехали дальше. Писал мне новичок, новичок. Да какой ты нахрен новичок? Я вижу, какой ты новичок. Нормально, ребята, 7-6. Пока что лидирует Кента ПК. Но я скажу так, он играет очень даже достойно, учитывая то, что он трейдер. Так, ребят, а вот сейчас ему не поздоровится. Ох, братан, братан. Знал бы ты, что я купил, я бы тебе советовал бежать. Ну что, ребята, поехали. Да! Нет! 7-7, ребята, я просто в шоке. А я вначале с ним рофлил, брал АВМ. Обалдеть. Он, конечно, максимально жесткий киберспортсмен. Хорош, хорош. Он играет очень даже хорошо. И, ребята, походу, это ГГВП. Потому что, ну, вы поняли, почему. Нет! Прямо сейчас я буду продавать AWM Treasure Hunter. Давай, давай, давай. Блин, ребят, ну почему? Ну я же реально мог его выиграть. Трындец. Я пошутил, мне не нужен твой AWM. Фух.
Короче, ребят, ну вы понимаете, это была дружеская дуэль, поэтому большое спасибо Нейзиксу, он играл хорошо, ему огромный респект. Притворялся, блин, трейдером до последнего, а я ему верил. Так что, ребята, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока.